понедельник днем протесты в Анкаре возобновились с новой силой. Сотни студентов на улицах турецкой столицы бросали камни в полицейских, которые попытались рассеять толпу, вновь применив водометы и слезоточивый газ. Молодежь крушила на своем пути металлические барьеры, которые коммерсанты установили для защиты своих лавок. Сообщается о первой жертве антиправительственных выступлений. 20-летний турок погиб после того, как водитель такси на скорости въехал в толпу протестующих. Еще четверо человек в результате этого инцидента были ранены. Между тем, профсоюз госслужащих сообщил в понедельник о проведении в стране 4 и 5 июня всеобщей предупредительной забастовки. В заявлении профлидеров действия властей названы государственным террором, а правящая партия «Справедливость и развитие» – врагом демократии.